Павел, привет! Куда мы с тобой поедем? С тайгуськими! Мы зашли в магазин Хамсли, тут такие гигантские My Little Pony, класс! Так, что тебе понравилось? Подушка. Слушай, она же такая уже была, только беленькая. Да, дай подушку. Она у тебя дома осталась. Смотри, Том. Нет, это не Том, это Рыжик. Рыжик? Да, говорящий друг. Мама, я вот так вот понискете. Как у Кати? Да. Бля, это новинка, наверное. Класс. Давай лазить пиво. Ферби. Нет, думаю, я хочу кису. Киска понравилась сильно. Ой, какой страшный лохматыш. Ой, сильно понравилось. А это, Алиса, на ручку одеваешь вот так и играешь, как кукольный театр. Будешь играть? Да. Тут есть такой классный зайка Сильвания, как он большой. Но он не продается. Очень жалко, да? Выбираем домик Сильвания Family. Да? Да. Высосаю ванну вот эту. А мы сейчас возьмем домик, в котором уже будет ванна. Хорошо? Да. Классные? Да, я хочу только вот это. Ой, ванна нужна сильно. Скажи, мама, привет. Классная штука меняет голос. Выбираем игрушки для ванной. Всякие классные такие. Мама, хочу голубую. Девочки красивые. Бери в розовом платье, девочки. Я хочу голубую. Голубую, бери голубую. Ой, как розовый или голубой? Розовый. Алиса не расстается со своей киской. Аналог Сильвания Family Woodses. Смотрите, какие у них интересные мордашки, чуть-чуть вытянутые. Дочь, нравятся такие? Да. Да, нравится? Мы же уже Сильваньку взяли. Или Сильванчики будем лучше, Сильванчиками. Вот, дай дом и Сильванчики. Сильванчики, ну все, хорошо. Да еще дом и Сильванчики. Хорошо, да, домик хорошо. Мы тебе купим, хорошо. Ладно. Paper person. Ой, это девочки-собаки, какие-то куклы-собаки. Алиса, представляешь? Куклы с головами, как у собачек. Одежда сменная. Еще и одежда для них есть, супер. Смотри, какая. Что это такое? Это Рапунцель. Со своим конем из кареты. Что-нибудь нравится тебе? Да. Что? Карета. Тут так много всяких давай, аксессуаров давай, для Барби. Вот это. Что вот там? Стиральная моя машинка. Вот она, Виса моя. Да, точно, у тебя такая есть, Блисса. Мам, дай вот это. Даже катер есть. Вот класс. Бэби-бон лошадку хочешь? Да. А ты будешь вообще Бэби-бона играть? Да. Тогда нам нужно Бэби-бона купить? Да. У киса опять. Опять киса. Ты же уже все, отказалась от нее? Да. Да? Вот она лавочка. Ай, какая красивая. Это Ариэль Русалочка, твоя любимая, да? Принцесса. Принцесса она, очень да. Очень. Кто это? Мишка? Да, какой-то пирог делает. Тут такой большой выбор игрушек Эви. Чего так тут только покажу? Нет. Какая-то лошадка со звуком, да, со светом. Я хочу взять ее. Ее взять хочешь? Смотри, Эви со шкафчиком, Эви с машинкой, вот Эви с лошадкой, с загончиком для лошадей. О, да, да, давай. Классная? Да, только ее пустая. Алиса себе карету выбирает игрушечную. Какая тебе нравится, доча? Что бы ты себе купила? Какую карету? Вот это? Вот эту лошадку. Ух ты, так это какой-то целый дом. Вот давай целый. Целый дом? Вместо Сильванчиков? Ой, давай Сильванчиков. Лучше Сильванчиков? А то сильно много игрушек получается, да? Алисе понравился какой-то дракончик. Нет, это Дюничка. Динозаврик. Дюничка? Вот сколько всего мы набрали. Тут такая классная игрушка. Довольна покупками? Да. Много набрала? Да. Очень? Угу. Дай покажу. Два пакета. Ну, мы сейчас покажем. Домой приедем и все покажем ребяткам, да? Пойдемте. Смотрите, это маленькие мышцы. Алиса сейчас покажет, что же мы купили.
Мы купили Sylvania Family вот таких малышей, она их уже открыла. Это маленькие собачки, да? Ты сказала, можно купить? Да, ты у меня спросила, я сказала, ну, конечно, доченька, открывай, раз тебе не терпится. Вот они какие хорошенькие малюточки. Еще мы купили вот такую лягушку. Это мы будем открывать ее в ванной. Потом цедыку. Что это такое? Это ванна. Это набор ванны Sylvania Family. Скоро тоже его будем открывать, да, доченька? Да. Еще что у тебя там есть? Ой, что-то тяжелое. Сможешь достать? Надо. А давай маленький пакет, не надо рвать его. Давай маленький пакет. Вот так. Ну все, разорвала уже. Ох, это Алиса. Ох, это Алиса. Достань вот эту игрушку. Это интерактивный, мягкий. Это не Том. Это Рыжик, наверное. Или как его зовут? Рыжик. Котик моей мечты. Это мои. Ух ты, класс. Мать, это скачивает. Да, говорящие друзья. Коты моей мечты. Вот такой классный котик. Тоже будем скоро его открывать. А это что такое? Дом. Вот такой дом мы купили Sylvania Family. Здесь кролик. Это вот эти собачки. Собачки, кролик и еще семья кошечек у тебя, да? Угу. Еще что мы купили? Еще мы купили вот такого кальмара. Он должен классно плавать в воде. Мы купили вот такую прыгалку. Тоже потом вам покажем, как она работает. Прикольная штучка. Да, прикольная. Вот здесь вот. Медузу. Тоже будем экспериментировать с ней в ванной. Похожи на вот этой. Да, вот медуза этой. И кальмар это. Котина, похожи. Они похожи, вот. Да, правильно. Они очень похожи. Вот это розовый. Ой, прическа классная. Похожи на вот эти гелы. А еще смотрите, кого мы купили для ванной. Вот такую девочку. Она должна, ну, якобы нырять и всплывать над водой. Как будто она балерина, да? Угу. Тоже будем ее в ванной тестировать. Да. Да и мы будем камеру как в бассейне. Снимаем по бассейну туда. Давай. Вроде будет вот так. Давай. Всем пока-пока.